В то время, как в условиях кризиса государственные компании повышают тарифы, тарифы на ЖКХ, тарифы на электроэнергию, налоги, сборы, пошлины, частные компании снижают свои тарифы. Как они смеют понижать тарифы? К примеру, Яндекс.Такси, Гет.Такси, Юбер. И это повод задумываться, а нужны ли нам государственные компании, нужны ли нам государственные монополисты, если частные компании предоставляют свои услуги качественнее и тарифы снижаются, несмотря на кризис. Думайте над этим!